Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Doom Bed. И я думаю, что сегодня нам нужно, наверное, добить все-таки космос. Да, давайте начнем, пожалуй, именно с него. Если мы пройдем все этапы, все уровни, то мы можем в конце концов от этого отвязаться и приступать к прохождению уже новых этапов и новых миссий. Так, ну что, для этого возьмем, наверное, мы все наше основное, да? Плюс щупальцы и, наверное, возьмем миньонов. Но вот знаете, что самое интересное? Что мне хочется испытать что-нибудь новенькое. Может быть, нам купить какую-нибудь вот такую ловушечку? А у меня... они дорого стоят. Но я не знаю, какой-то... валун смерти. Интересно. Ладно, ребят, давайте, наверное, просто для начала возьмем вот этого вот маленького миньона. Мы посмотрим, что у нас тут за уровень такой. И уже будем отсюда плясать. Так, у нас одна принцесса здесь, одна. И, я так понимаю, они будут идти сверху, да? Вот лестница. Ладно, мы начнем, пожалуй. Давай-ка вот так вот понаставим. Ёлки-палки, генераторы нужны. Так, генераторы я, наверное, расположу вот здесь внизу. Они будут... И отсюда, кстати, могут пойти, да? Я вижу, тут вот тоже зелененький свет. Значит, они могут оттуда вылупиться. Хорошо, ладно. Но все-таки начнут они, наверное, мне кажется, сверху. Да, ребята, так оно сейчас все и начнется. Побегут они сверху. Давай вот так вот мы их будем встречать. Тут слишком много, ребят, дверей у нас, где они будут сокращать себе весь этот путь. Опа-на! С какого вдруг перепуга они начали с Супермена? Ребята, это повышенный уровень сложности. Поэтому не удивляемся ничему. Так, гарпуны подбили. Молодцы, справились все-таки с заданием. С первоначальным, значит, здесь, скорее всего, будет их очень-очень много. Так, чтобы нам что-то затихарились тут. Скорее всего, вот сейчас отсюда попрут. Давайте, ребята, мы как-то, я не знаю, будем подготавливаться к этому делу. Что-то мне не нравится эта тишина, вот серьезно вам скажу. Так, ну вот, ребят, я был прав. Они начинают вот отсюда теперь ползти. Так, вот сюда надо щупальца обязательно. Не понял. Почему дверь? Ага! Тогда мы сделаем вот так. Еще миньона, ребята, сюда влепим. Шипы. Я не могу шипы туда поставить. Да, ребята, не могу. Генераторы слишком далеко у меня стоят. Мне приходится вот так, ребята, вниз спускаться, посмотреть. А для этого я трачу очень много времени. Так, давай сюда поставим ловушку. Сюда, наверное, щупальцу влепим. И хотелось бы, наверное, вот сюда еще влепить. Хотя зачем она там нужна, пока я не знаю, ребята. Так, давай. Опа-на, стрелки идут. Ребята, идут стрелки, они сейчас будут мне... Ну вот, они, в принципе, этим и занимаются. Давай вот так вот поставим сюда еще пришельцев. Ёлки-палки, что за жесть-то такая пошла? Вы серьезно? Хорош. Смотри, ребят, что они сделали. Они просто разнесли мне все ловушки. Понимаешь? Опа-на. Слушай, эти космодесанты очень довольно такие противные ребята. Да чтоб вас, а, всех разнесло на клочки-то. Давай сделаем, наверное, вот так. Сюда еще поставим, да, с вами щупальцы. И вот здесь надо, ребят, тоже влеплять, потому что они сейчас будут здесь прыгать. Так, ну я надеюсь, мои вот эти вот гарпуны в данный момент справятся вот с этими рыцарями. Блин, срочно все, ребят, здесь забираем. Можно сюда поставить еще вот этих двух миньонов на всякий случай. И опять же щупальцы. Так, ну что, вроде бы пока есть небольшой перерывчик. Но опять же повторю, ребят, небольшой. Потому что они сейчас будут здесь постоянно бегать. Так, вот сюда надо, наверное, еще одну кислотную ловушку поставить. Ну и, конечно же, надо влепить миньонов, ребят. Миньоны, это, как говорится, наше все. Смотри, сколько там их бежит. Ёлки-палки. Очень и очень много. И они все, ребят, в защите. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Влепим сюда ловушку. Щупальцы именно. Пускай с них, как говорится, будут снимать броню. И, наверное, вот так вот по миньончику, ребята. По обычному. Кстати, заморозку надо ставить, чтобы она их замедляла. Оу, там их сколько. Ты посмотри, сколько их там бежит. Твою ж дивизию. Ладно, если верхний этаж у нас еще хоть как-то защищен, нам нужно теперь, ребят, что-то с нижним делать. А вот что, я пока даже и не знаю. Давай, наверное, вот так поставим ловушку сюда, да? Сюда нужны гарпуны, два гарпуна, ребят. Давай, один сюда влепим и другой вот сюда поставим.
Так, ну что, вроде бы пока нормуль. Ага, появился Супермен. Появился, ребят, Супермен. Сейчас начнет он мне тут все разносить. Так, одну ловушку он мне убрал, да? Один гарпун уничтожил. Ладно, я ставлю следующий. Теперь вон откуда они идут. Так, секунду, секунду, секунду. Что мы можем здесь предпринять? Во-первых, нет, 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 нет. Вот так вот сделаем. Господи, как их много здесь, а? Посмотри. Просто какой-то аврал. Давай поставим заморозку сюда. Так, и гарпуны, конечно же, ребята, в первую очередь на эти платформы мы будем с вами устанавливать гарпуны. Так, а вот сюда я смогу поставить? Нет, к сожалению. Тогда вот сюда влепим. Так, секунду, нам лучше сюда вот ставить все-таки, наверное, щупальца, я думаю. Так, что они мне тут разнесли, что ли? Пока нет, пока у нас все хорошо. Космодесант этот, а? У них что проблема, ребята? Они когда бросают свою бомбочку, они как бы слизью покрывают все мои ловушки, и они перестают действовать. Так, вот, кстати, сюда нужно щупальцу влепить. Вот что я подумал. Давай мы, наверное, это с тобой и сделаем, да? Вот как раз вот здесь вот. Над дверью. Так, мне кажется, нет, мне кажется. Я думал, что они, ребята, уже все ниже и ниже. Хотя, смотри, они пробираются. Ёлки-палки. Ну-ка, дай сюда. Вот так сделаем. И надо как можно больше, ребята, ставить заморозок нам, чтобы их замораживать. Так, но волна еще не закончилась. Еще будет. Да, ребят, еще будет. Так, они мне гарпун один сломали. Вот здесь он у меня стоял. Хорошо, забираем энергию. И вот сюда. Есть! Ребят, ну этот уровень мне показался легким, если честно. Вы сами заметили, да? Сколько мы получим с вами? 1500 монет. И у нас остается 14 уровень и 15. Ну что ж, давай, наверное, начнем с 14. Попробуем пройти. Если у нас все выйдет, это будет вообще великолепно. Так. А если мы что-нибудь с вами подраскачаем? А что нам раскачивать? Абсолютно нечего. Мы можем с вами купить, например, вот эту вот пилу. Кстати, тоже, ребята, неплохая. У нее принцип, конечно, не такой, как у щупалец осьминога. Щупальцы, они снимают у нас что? Броню. А это у нас просто пилит. Но пилит, поверьте мне, довольно неплохо. Поэтому я думаю, что можно будет ее взять. Давай возьмем. Так, теперь возьмем шипы, возьмем гарпуны, конечно же, генератор и кислотную ловушку. Так, заморозку я вот не знаю брать. Нет, давай мы, наверное, вместо заморозки возьмем щупальцы. И опять же возьмем наших маленьких миньонов. Так, ребят, у нас открылся вот новый миньон, массивный. Он, по-моему, если не ошибаюсь, прикрывает двери. То есть враги не смогут пройти, если мы его поставим. Хотя, на самом деле, я, честно говоря, не особо им играл и точно не могу сказать, что он делает. Ну что, попробуем вот таким вот составчиком с вами пройти 14 этап. Хотелось бы посмотреть. У нас главное, чтобы была одна принцесса, она одна. Так, и тут, ох, тут очень много, ребята, входов, вы это видите. Откуда они пойдут, я пока не знаю. Давай мы поставим с вами, наверное, генераторы для начала, чтобы энергию уже начать вырабатывать, а оттуда будем с вами плясать. Возможно, с первой попытки у меня не получится пройти этот этап. Откуда они пойдут? Просто все зависит от, откуда они начнут свое движение. Снизу. Я понял. И причем начинается сразу с этих. С космических упырей. Ладно, предположим, мы, ребят, вот так вот с вами сделаем. Так. Давай, 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 давай. Пила, пила, бомби. А че моя пила не работает? Проблема-то в чем? Я не понял. Так, откуда еще? Они начали вот отсюда, ребят, свое движение. Хорошо, предположим. Слушай, какая-то, ребят, тут ерунда получается на самом деле у меня. Потом они пойдут наверх. Потом они пойдут наверх. То есть вот эти вот двери, да, будут активироваться. Ну, предположим. Так, надо побольше, ребята, щупалец выставлять. Опа-на! Ребят, я продинамил. Я продинамил вспышку, откуда-то сверху он пошел, поэтому я буду переигрывать. В общем, короче, тут надо и внизу, и вверху. И что-то вот пила вот эта у меня не работала. Я не знаю, в чем проблема, конечно, была.
Но она не активировалась, хотя должна была. Ладно, короче, я знаю, откуда они начнут свой путь. Снизу сразу же и сверху. Поэтому будем подготавливаться к этому делу. Так, два генератора этого будет пока достаточно. Пока, ребят, будет достаточно. Выставляем сюда. Вот так. И щупальцы поставим вот так вот. Плюс ко всему надо влепить гарпун. Все, ребят, это здесь у нас будет, короче, защита. Теперь давай вот здесь подумаем. Он спускается быстренько вниз. Соответственно, он падает на шипы. Плюс его встретят здесь мои миньоны. Да, конечно, тут вот то, что они рядышком поставили принцессу с выходом, это, конечно, вообще для меня не айсово получается. Давай-ка я сюда еще генератор влеплю. Так, ну что, заварушка у нас пошла, да? Пошла, ребята, тут заваруха. Так, давай этого космического хмыреныша подобьем. Подбили уже, молодцы. Вот так вот мы сделаем. Так, тут у нас, ребята, ниндзи, да? Значит, выставляем гарпуны. Это куда вот дверь ведет? Вот сюда, ребят. Да чтоб тебе, смотри, ребята, этот космический упырь-пират. Или рыцарь, как его назвать? Он все-таки появился здесь, да? Так, а вот здесь вот плохо, что у нас всего лишь одна-то ловушка с вами стоит. Давай-ка вот так вот сделаем, пускай они его пока подобьют. Я поставлю генератор сюда на всякий случай. Что там у нас дальше-то творится? Непонятно пока. Пока вроде бы все тихо, ребят. Они что, не могут с ним справиться? С этим упыренышем, что ли, с одним? Смотри, он прикрывается там своим этим мечом. Давай еще тогда поставим. Раз он такой вот вредный. Так, секунду, секунду. Давай-ка вот так поставим сюда. Ты посмотри, что он делает, ребят. Он просто отбивает. Отбивает лазеры моих ребят. А если щупальцу? Сразу же отдупился. Ёпрсты, посмотри, что происходит. Твою же... Опа-на, я думаю, что тут не то, ребята, он все ловушки переломал. Прикалываешь? Он переломал все ловушки мне. Упырёныш этот. Ну, давай-давай, заморозка, ребята, хорошо действует. Смотрите, они замороженные. Сделать ничего не могут. Отлично. И в этот момент, естественно, мои ребята расстреливают. Так, секунду, не расслабляемся, ребят. Смотрите, что происходит здесь. Здесь, конечно же, у нас ниндзя появились. Давай с ниндзями тоже как-то будем быстренько разбираться. Вот сюда, кстати, наверное, можно генератор даже еще один влепить. Давай вот этих вот ходящих выставим еще миньонов. Они хоть как-то будут им мешать. Ой-ой-ой-ой, что происходит, ребят? Смотрите, просто жесть. Тут просто обалдеть, какой наплыв идет. Давай сюда миньонов еще поставим. Они все равно, ребят, они пробиваются, смотри. Они пробиваются. Их тут слишком много. Господи, я... И посмотри, что происходит здесь. Вы откуда же все взялись-то, а, упыри? Откуда вы таким вот роем вышли? Они просто сносят все на своем пути, смотри. Просто разносят все мне. Соответственно, они сейчас пойдут наверх. У меня ни одного генератора нету. О-хо-хо-хо-хо. Только вот наверху, ребята, что осталось у меня. Это остатки роскоши, можно так назвать. И все. Конечно, это очень плохо. Это очень плохо, ребят. На одном генераторе я здесь далеко не уйду. Они проходят. Они все, ребята, здесь проходят. Слушай, мне казалось, вначале так все миленько идет, да? Безмятежно, так скажем. Но на самом деле нифига, все довольно очень плохо. Очень плохо. Давай вот сюда, вот все здесь, ребята, этими ловушками с вами затыкаем. Кислотных поналепим здесь. Гарпуны, нужны гарпуны. Вот что я тебе могу точно сказать. С точной уверенностью без гарпунов нам здесь будет. Так, хорош ломать, так, где у меня тут? Хоть что-нибудь тут у меня будет? Нет, ребята, у меня ничего здесь не будет. Я поставлю сюда генератор. Бегут, да, хламоны? Ну-ка, давай, миньоны, вперед. Забомбили мы его. Ладно. Так, а тут у нас, ага, старый приятель, да, идет. Причем не один.
Их тут, ребят, несколько. Такой довольный скачет на коне мне, а? Так, ладно, давай мы еще вот таких миньонов лепим сюда. Так, внизу-то там что у нас? Генератор мой не работает до сих пор еще, я смотрю. Точнее, не генератор. Ну да, генератор света, можно так его назвать. Так, он включился. Да сколько вас тут идет-то, эй? Аглоеды. Может, хватит уже, а? Таким напором-то идти. Мы только с одним справились с вами сейчас. Их еще двое, даже вон трое, третий там ползет. Гаденыши, а. Ладно, давай сюда поставим еще стрелков. Шипы. Шипы куда мы можем? Никуда, ребят, пока не можем мы шипы поставить. Мы можем только щупальца вот так влепить. Так, это у нас волна еще не последняя, ребят. Еще будут волны. Поэтому давайте, наверное, мы вот сюда поставим с вами гарпуны. Мы поставим с вами сюда гарпун. Еще потом один влепим. Так, появился, не заплился, да? Сюда поставим щупальцы. И мне нужен, ребят, еще один гарпун. Еще один гарпун. Вот сюда я поставлю. И генераторы надо поставить. Две штучки, я думаю, вот сюда вот. И уже отсюда плясать, ребят. Что такое? Что за затишье? Я не пойму. Откуда пойдут враг? Откуда вражина пойдет? Я не могу понять. Давай вот сюда поставим, на всякий случай. Так, а здесь мы поставим еще гарпун, наверное. Ребята, что-то у нас затишье какое-то. Посмотрите. Волна остановилась, врагов нету. Что не так? Почему волна-то не идет? Может быть, где-то кто-то застрял? Погоди-ка, а почему вот эти вот упыри здесь остановились? Смотрите, ребят. Ну-ка, давай-ка посмотрим, миньоны мои будут стрелять по ним? Нет. Ребят, только не говорите, что игра баганула. Зашибись. Смотри, я ничего не могу сделать. Хорошо, если мы с вами, например, уничтожим вот эту ловушку, может быть, здесь какой-то прикол? Да нету никакого прикола. О, ребята, гарпун начал их расстреливать, прикинь. Хотя бы так, давай тогда мы, наверное, еще сюда один гарпун поставим. Может быть, гарпунами сможем их... Что такое? А, я понял, не можем, потому что здесь у нас... Тогда сделаем вот так. А ну-ка, гарпуны, давайте, родные мои, расстреливайте этих олухов. А то не хотелось бы мне просто перепроходить этот уровень из-за вот этих вот хмырей. Я даже думаю, что мы можем с вами, знаете, что сделать? Полностью здесь все заставить гарпунами. Вот так вот. Пускай бомбят. Ну. А щупальца, если здесь будет стоять? Вот щупальца вообще на них не реагируют. Видите, да, ребята, что происходит? Я надеюсь, они хотя бы урон-то получают. Ну, я имею в виду, погибать-то будут здесь. А то, может быть, мои гарпуны просто так стреляют, и все. И непонятно, почему, ребята, они там остановились. Они вроде бы как хотят пойти, но почему-то не могут. Блин, да что ж такое-то? Сколько мне придется так, ребята, ждать, пока мы их тут расстреляем? М? Ладно, нам все равно деваться некуда, давайте смотреть. Так, ребят, ну что, мои гарпуны стреляют. Я не видел, чтобы здесь хоть один бы из них погиб. Но зато я заметил, что вот эта вот полосочка, где показываются волны, она потихоньку сдвигается. И я буду надеяться, что когда она сейчас дойдет до конца, мы с вами автоматически пройдем уровень. Иначе мне действительно придется все это дело переигрывать. Давайте посмотрим. Вот, видите, да? Продвигается, заполняется она. И что же будет у нас? По-моему, ребят, ничего. Ух ты, смотрите-ка, мы подбили все-таки хоть одного, только что там валялся. Ёлки-палки, это сколько же нужно стрелять этим гарпунам, чтобы подбить всего лишь одного? Их там, если не ошибаюсь, ребята, еще трое, да? Да, их, по-моему, трое, если даже не четверо. Видите, волна, ребята, у меня покраснела. То есть вот эта вот полосочка. То есть означает, что все. Типа мы на финише. Но, как видите, игра не заканчивается. Значит, нам действительно, ребят, придется их всех... Во! Еще одного подбили. Вот теперь, по-моему, их действительно, ребята, там трое. Хотя, на самом деле, их, по-моему, там намного больше. В общем, ребят, я сделаю, наверное, паузу, да, небольшую. И когда мои гарпуны уже все их расстреляют, их мы с вами продолжим играть.
Да, ребят, смотрите, что произошло. Остался всего лишь один воин, и мои гарпуны перестали по нему стрелять. И все-таки это получается, ребята, что игра действительно баганула. И я ничего здесь не смогу сделать. Мне придется просто-напросто перепроходить его. Блин. Не хотелось бы, конечно, но куда деваться. Ребят, никуда не денешься. Я оставляю тот же самый состав. И давайте попробуем перепройти его идеальненько. Так, давай начнем. Что же нам нужно? Нам нужны, ребята, миньоны здесь. Нам нужны миньоны, нам нужен здесь гарпун, нам нужны генераторы. В обязательном, ребята, порядке. Без них мы ничего здесь с вами сделать не сможем. Как всегда, ребята, вначале мы... Хотя тут, наверное, особой роли не играет, откуда мы с вами начнем. Давай, подожди-ка. Нам нужно вот здесь вот небольшую защиту сделать. Тогда у нас справились, в принципе, одни стрелки, да? Миньоны, которые, имею в виду, стреляют. Так, сюда, наверное, надо будет поставить щупальц побольше, потому что, ну, вы сами видите, что тут будет сейчас. Они будут бежать вот сюда, вот в эту дверь выходить. Так, и здесь, конечно же, тоже нужно подготовиться. Для этого поставим, наверное, тоже с вами... Оу, я совсем забыл, ребята, что здесь у нас ниндзя будут. Я про них, если честно, совсем забыл. Хорошо, давай поставим миньонов. Так, естественно, естественно, они сразу на потолок, как последние трусы. Так, что нам тут сделать надо? Тут у нас еще и космовоин этот идет. Как мы с вами проходили? Я уже, ребят, забыл на самом деле, что мы тут с вами делали. Так, вот он, ребята, явился, не запылился. Я надеюсь, мои миньоны его смогут все-таки подбить. Ну-ка, давай вот так вот поможем нашим маленьким миньончикам. Так, здесь где? Вот он, ребята, вот он появился, космовоин. Естественно, его нужно подбить как можно быстрее. Гарпуны. Я думаю, что мы с вами забыли, ребята? Нам нужны гарпуны. Давай его сюда влепим. Внизу, вы помните, да? Будет сейчас очень большой наплыв. Вот он идет, ребята. Вон они бегут, эти космические войны. Я не знаю, тут целая армада их просто-напросто. Посмотрите, что происходит. Просто целая армада, ребят. Так, сюда нам нужно поставить вот так вот, наверное, я думаю. Они же будут со всех щелей идти. Да, со всех щелей, абсолютно. Давай вот так вот поставим. И вот так вот. Ты посмотри, просто сминают все на своем пути, ребята, они. Уничтожают, бедненький мой последний гарпунок, который там еле дышит. Ёлки-палки, их тут... Ну, их тут очень, ребята, много, на самом деле. Посмотрите, что происходит. Пока они будут генератор бомбить, у меня хоть какая-то есть надежда на то, что они будут, ребят, здесь погибать. Вон, посмотри, целая армия, ребят, идет. Ее просто нельзя пропускать. Да что ж вы не можете справиться, что ли, с ними? Я не могу понять. Давай сюда еще щупалец наставим. Господи, все ломает на своем пути, а. Так, давай кислоту сюда влепим. Они все равно, ребят, прорываются. Они сейчас по... Оу, а тут-то у нас что творится-то? Ё-моё, про это-то совсем забыл. Господи. Вот, ребята, это может мне сейчас роковую ошибку сыграть. Вот это моя невнимательность. Так, ладно, низ тут подбили мы. Идет, да, себе довольный такой охламон. Ёлки-палки, один за другим. То рыцари, то эти, то еще что-нибудь. Неугомонные просто-напросто. Ниндзи. Так, нам нужно что-то, ребят, с этим этажом, с нижним делать. Давай вот сюда мы поставим заморозку. И надо весь вот этот вот верхний этаж засыпать щупальцами. Просто засыпать его. Так, и я поставлю, наверное, сюда, ребята, два генератора внизу, чтобы нам можно было добывать энергию. Так, шлемы, похищаем у них шлемы, щупальцы, не надо расслабляться, пожалуйста. Ага, пока хорошо все идет. Давай вот сюда еще. А, где-то уже стрелки, да, появились, ребят? Я слышу стрельбу, но я пока их не вижу. Пока не вижу. Ну, я знаю, что они будут. И вы это прекрасно тоже знаете. Так, ну, что у нас тут происходит? Давай вот сюда поставим тоже ловушку, ребят, кислотную. Так, миньонов. Сюда надо, ребят, выставить миньонов обязательно. Так, их травит кислота моя. Давай-ка мы вот так вот шипы здесь влепим. Ох, сейчас они, ребята, там развеселятся, я думаю. Так, один не дошел. Хорошо. Хоть где-то есть небольшой плюс. Так, еще минус один, да?
Дай-ка я вот сюда генератор поставлю, чтобы он хоть немножко их отвлек. Ну что, ребята, здесь все отлично получилось. Так, вот они, эти коники идут. И, ребята, опять они застряли. Слушай, слушай, смотри. Блин, неужели этот уровень просто багнутый? Вы сами видите прекрасно, ребята, они просто стоят. Господи, только не это. Как же я тогда, ребят, пройду игру, если этот уровень баганутый, а? Это будет не полное прохождение, не на 100%, ребят. Твою же маковку. Ну, вы сами прекрасно все видите, ребят. Гарпуны стреляют, как и стреляли. И сейчас наверняка останется один. И у меня нету суперудара, который бы мог всех их уничтожить. Понимаете, да, о чем я? Единственный, да, вариант, может быть, нам пройти этот уровень позже, когда мы с вами получим суператаку, которая может здесь всех забомбить с одного выстрела. Но опять же нет гарантии, что она сработает. Посмотрим, ребята, что получится. Если они опять перестанут стрелять, а он будет здесь стоять, тогда да, уровень будет баганутый. И мне ничего не останется, как и перепроходить или играть в другие миссии, а потом сюда возвращаться. Здесь бы никто, ребята, не смог бы пройти, понимаешь? Никто бы. Потому что здесь у меня, посмотри, какая просто оборона здесь. Ужас просто. Тут любой бы, любой супермен бы даже отдуплился бы. Ну что, гарпуны, получается у вас? Пока, ребят, стреляет. Ну, здесь единственное, что их намного меньше. В тот раз их была целая куча, а тут, я смотрю, их, по-моему, всего два. Ладно, посмотрим, что у нас из этого получится. Давай, на всякий случай поставим пока вот так. Вот так. Вот так вот влепим. И щупальца, щупальца, куда? Вот сюда ее, да? Блин, как же, ребята, они долго по ним стреляют, эти гарпуны. Я вам серьезно говорю, смотрите. Стреляют, стреляют, а их еще там целая куча. Давай сюда поставим, мало ли что. Вдруг что-то изменится, и они побегут. Хотя вряд ли. Нам главное их сейчас подбить. Слушай, ребята, у меня есть хорошая новость. Смотрите, у нас остался один воин, и по нему гарпуны стреляют. Есть! Фух, господи, меня аж отпустило. Я думал, что все, мы этот уровень с вами никогда не пройдем. Блин, неужели такой жест доброй воли игре, что она мне все-таки позволила пройти этот этап? Ну что же, дорогие друзья, у нас с вами последний, заключительный, 15-й уровень. И, конечно же, мы с вами стартуем. Так. Возьмем всю ту же самую, ребят, комбинацию. Один в один, ничего новенького мы с вами не будем добавлять. Я не хочу, как говорится, экспериментировать. Так. Давай возьмем этого миньона, возьмем с вами пехотинца. Подожди, я еще... А, и шипы, ребят, как я шип... Шипы-то... Нет, шипы я взял. А, вот, заморозка. Ну что, ребята, последняя 15-я миссия у нас в космосе. И поверьте мне, она должна быть самая-самая сложная, потому что она последняя. Опять же, вот это меня нервирует. Все, теперь я понял, откуда вы бежите. Я вас прекрасно понял. Так, генераторы, давай вот сюда, наверное, две штуки влепим сразу же сбоку. Но я боюсь, здесь, ребят, будет подвох. Подвох будет заключаться в чем? Вот в чем, ребят, они уже идут. Так, они сейчас пойдут сюда. Принцесса у меня вон находится где. Все, я понял. Давай сюда шипы. Так, мы поставили шипы. Поставим мы с вами вот так вот ловушку, щупальца, естественно. Без них никуда. Погоди-ка, погоди-ка, их что-то тут слишком, по-моему, ребята, много. Их слишком здесь много, эй! Орлы! Нет, мы не успеваем, ребят, по-моему. Да. Ну что же, переиграем. Короче, я понял. Они начинают и сверху идти, и снизу. И нам нужно за буквально короткий промежуток времени все это, ребята, здесь наладить. Фух. Короче, вот основная у нас линия, ребята, это будет средняя. Вот это, именно вот эта линия. Поэтому надо будет, как говорится, сконцентрироваться полностью на ней. Давай тогда выставлять всякие ловушки. Так, сюда выставим миньонов. Так, погоди, погоди, давай мы, наверное, вот так лучше сделаем. Тоже миньонов, ребята, выставим. Ну и будем оборонку выставлять. Так, ползут. Тут, кстати, ребята, слишком много, видите, да, каких пришельцев? Именно защищенных. Генераторы ломают, гады.
Они, ребята, мне ломают генераторы. Плюс ниндзя. Так, хорошо, здесь мы с вами вроде бы как отбились. Давай сюда поставим шипы. Так, гарпуны бомбят. Очень, кстати, хорошо, ребята, гарпуны нам помогают в этом деле. Надо везде, ребята, оборонку делать капитально. Так, и, ребята, как мы видим, космовойны плюс стрелок идет здесь. Да, это нехорошо. И наверху, ребят, то же самое. Наверху то же самое у нас происходит. Слушай, на одном этаже я вряд ли так смогу прожить долго. На центральном, согласитесь, если сейчас будет офигенный какой наплыв. Как я здесь выживать буду, хрен его знает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая, ребята, волна идет. Совсем мне это не нравится все. А кто, интересно, вверху у меня подбил кислоту, я не понял. Кто это смог сделать? Ой-ой-ой-ой-ой, что ж тут происходит? Ты посмотри сам, что тут творится. Тут и роботы, тут... Кого тут только нет. Так, куда ты, плывун? Все, мы его подбили. Давай, ребят, выстраивать обалденную. А вот это плохо. Космический десант тут прет на нас еще. Ладно, выставлять будем шипы. Так, у меня нехватка миньонов, ребята. У меня нехватка генераторов. У меня вообще всего нехватка, если честно. Так, ладно, предположим. Твою же маховку, да ладно, вы что, серьезно, что ли? Вот таким вот огромным наплывом. Смотри, ребята, тут еще и Супермен у нас появляется. Причем не один. Я боюсь, я этот уровень, наверное, ребята, не подтяну. Все довольно очень серьезно. Так, если нам поставить сюда заморозку, предположим. С двумя Суперменами не справимся, скорее всего. Еще и конники пошли. Ну ты видишь, все сам прекрасно. Тут даже и говорить не о чем. Смотри, идет... Оу, подбили одного. Так, теперь нам нужно с вами справиться вот с этими. Ну и там еще остальные олухи. Как говорится, на подходе. Давай вот сюда вот кислоту влепим. Посмотри, пробивается, пробивается, гаденыш. Подбили. Справились, пока мы, ребят, справились с ними. Но вот конники, это, ребят, сложнее все. С конниками будет, наверное, посложнее. Ладно, посмотрим сейчас. Я еще вот сюда шипы поставлю. И хотелось бы мне куда-то влепить заморозку, ребята. Куда ты тут ее влепишь, эту заморозку? Давай, миньоны, кусаем, 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 кусаем. Без остановок. Так, генератор поставлю сюда вниз. А это, ребята, это последний воин, кстати. Да? Есть. Ну что же, мои друзья, дорогие. Как вы понимаете, мы с вами сегодня завершили полностью космические уровни. Все, как видите, все прошлись идеально, все с коронами. Поэтому можно про этот этап забыть. Самый сложный для меня этап, это, мне кажется, все-таки с водой, где у нас две принцессы, и там очень проблематично расстраивать свои войска. Ну что, давайте, наверное, на дорожечку мы с вами какой-нибудь этапчик попробуем пройти. Кстати, у нас не так уж и много осталось уровней, если честно. У нас осталось вот здесь, да, пройти три этапа, здесь три этапа пройти. Ну, это, ребята, даже, скажем так, не уровень, это просто как выживание, фарм денег. И основное вот здесь, вот, да, 11 этапов у нас, вот, как бы вам сказать, такого домика на берегу моря. Ну, это я так его просто назвал. Ну что, давайте попробуем, наверное, мы с вами вот вторую часть. Подожди-ка. Давай вот эту вот. Подземелье. Подземелье попробуем, ребят, здесь с вами пройти. Сейчас мы только... Мне бы сейчас вспомнить, как тут все это начинается. И тогда все будет окей у нас. Так, берем стандарт. Вот представляете, ребята, я практически стандартными вот этими новенькими своими юнитами прохожу. Я не покупаю вот эти вот супер ловушки, как бы, ну... Просто прохожу вот стандартным набором. Но, возможно, мне придется все это потом, как сказать... переиграть уже немножко по-другому. Да, я вспомнил этот этап. Они, короче, будут здесь сверху, да, идти. Принцесса у меня внизу здесь находится. Но, насколько я помню, ребят, здесь очень много будет подземных вот этих вот приколов, где они будут появляться. Ладно, сейчас посмотрим, ребят. Ага, я понял. Я вас, ребят, прекрасно понял. А что вы тут замудрили? Что вы тут задумали? Подожди, нам вот сюда лучше всегда, ребят, ставить кислоту, потому что они спускаются, да? Ну и получают урон. Так, предположим, мои ребята начали... Во! Теперь еще и здесь появились.
В общем, надо как-то обороняться. Блин, он сейчас вниз упадет. Ё-моё, нет. Не добежал, но все равно, ребята, у них очень большой шанс. Сейчас стырят принцессу, да? Похитили. Короче, переигрываем. В общем, непонятно, на какой линии нужно строить вот оборону нам. Очень сильную. Опять же, средняя получается. Опять же, средняя, но все равно, несмотря на это, ребята, они слишком сильно, агрессивно здесь прут. Принцесса, короче, здесь. Вот это основная линия у нас получается, ребят. И поэтому ее нужно, естественно, тут по полной программе оборонять. А вот как это сделать хорошо, пока не понимаю, ребят. Пока я этого не понимаю. Как бы мне здесь вообще сделать идеальную, так скажем, оборону. Я, конечно, попытаюсь что-то придумать, что-то такое. Ноу-хау, так сказать, сделать. Но получится ли? Ага. Так, заморозку, предположим, мы сюда влепим. Так, миньоны, давайте, не спим. Реагируем моментально, реагируем моментально. Ой, по-моему, ребят, не получится. Опять похитят, да. Ребят, не хочу ничего сглазить, я лучше помолчу. Лучше я помолчу. А то я тут уже... Че бы ни говорил, у меня все, ребят, не получается. Поэтому, как говорится, будем тихо играть с вами. Ну, естественно, естественно, куча стрелков. Куча инженеров. Куча врагов. Как же без этого? Дай-ка я гарпун сюда поставлю. Как ты пробиваешься, я не понимаю я. Идет просто напрямую. И на все ему пофиг, я про стрелка имею в виду, ребят. Смотри, мой тролль стоит бедный. Бедный обороняется, несчастный. А гарпун, причем, ребята, по нему стреляет, и ему все равно. Все-таки он убил, да, тролля? Затроллил тролля. По-другому тут не назвать. Так, мы с вами перемещаемся, ребят, еще ниже. И сейчас тут еще больше врагов будет. Сейчас тут будет еще больше врагов. Еще больше мяса. Еще больше жести. Так, давай мы так вот сделаем, наверное. Ну, вот сами видите, что там творится наверху. Воу, еще два конника сверху идут. Еще, ребята, два конника идут сверху. Да как вы это, гады, успеваете? Как вы это можете вообще сделать-то все, а? Этот все там бомбит мне ловушку, да, гаденыш? А вот, ребята, и конники появились. А вот они, конники эти, паршивые. Он что, все-таки хочет все-таки вниз попасть или что? Оу, ребят, спасибо. Оу, два бонуса, отлично. Ребята, это последний враг. А, нет, финальная волна еще, елки-палки. Я уже тут обрадовался. Финальная волна еще, оказывается, у нас тут будет.
Ну, конечно же, с кого начинать? Конечно же, со стрелков, ребят. Естественно, надо мне тут вообще жизнь в ад превратить. Ладно, хорошо, я попробую как-то тут отбиться от них. Смогу, не смогу, не знаю, ребят. Тут и ниндзя, кого только нету, ребят. Смотри, как они мне все пробивают. Ё-моё, а там еще сверху инженеры идут. Кстати, вот здесь вот тоже бы нам бы, наверное, не помешала бы, в принципе, ребят, ловушка. Так, ладно, здесь мы подбиваем. Ну, пытаемся, по крайней мере, с ними справиться. Здесь у меня... Кто там? Оу, там еще, ребята, и Супермен летит. Там еще, ребята, Супермен летит. По-моему, наверное, не один, да? Да, по-моему, не один он тут. Давай вот так вот выставим. Так, секунду, секунду. Мы с вами здесь-то оборону как бы выстроили. Нам нужно еще вниз, как, потому что он полетит вот здесь, по короткому пути. Этот чудо-супермен, блин. А как я его здесь буду подлавливать? Кто мне скажет? Ребят, если что, я буду применять супер-удар, супер-атаку. Вы поняли, да, про которую я говорю? Погоди-ка, я не помню, у меня что, тут один олух, что ли, пробился? Эй-эй-эй, блин, да неужели за... Нет, мы... Есть, ребята! Вот вы не поверите, я этот уровень проходил 45 минут. Это жесть. Это, ребята, для меня была жесть. 1500 дали монет, офигеть. Ну что, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами в следующей серии встретимся и будем дальше проходить. Так что всем удачи и до скорого.